На фоне осложнившихся погодных условий при смене сезонов Сергиевский отдел ГИБДД вышел на федеральную трассу М5, чтобы необычным способом привлечь внимание водителей к теме безопасности. И эта акция стала межмуниципальной, и к блюстителям порядка на дорогах нашего района присоединились коллеги из соседнего Красноярского. Любителям и профессионалам за рулем в тот день было предложено обменяться добрыми пожеланиями благополучия в пути. При проверке документов водитель получал в подарок яркий блокнот, в котором свое послание оставил предыдущий участник акции. И так от машины к машине. Тут волей-неволей все же задумаешься о ближнем на замерзшей дороге. Все водители положительно отнеслись к такому мероприятию, заметив, что с ухудшением погодных условий очень важно напоминать про выбор безопасного интервала, соблюдение скоростного режима, недопущение выезда на встречную полосу движения, а также использование штатных ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Профилактика аварий все актуальнее с осложнением условий на дорогах, когда идут осадки, а темнеет все раньше. Ведь за 2022 год на сергиевских трассах уже случилось более 30 ДТП. Уверены, что состоявшаяся на днях акция ГИБДД точно запомнится ее участникам и, надеемся, убережет кого-то от беды в пути.